На рассмотрение Ивановской областной думы вынесен законопроект о запрете кальянных в многоквартирных домах. С инициативой выступили представители ЛДПР. На сегодняшний день подобные досуговые заведения, ставшие в последнее время очень популярными, находятся в серой зоне законодательства. Но жалобы на них от жильцов домов поступают регулярно. Ивановские либерал-демократы предлагают полностью исключить соседство кальянных с жилой недвижимостью. Мы сами каждый день сталкиваемся с этим, ну, так скажем, с неприятными запахами в наших подъездах, которые идут в квартиру, да, когда кто-то в подъезде курит, нам уже в квартиру тянет неприятный запах. А представляете, когда целые кальяны, то есть какие огромные клубы дыма, и это все приходит к тебе в квартиру. Люди страдают от хронических заболеваний, их обострения, там маленькие дети. Вот. И поэтому мы, изучив практику других регионов, а такие законы уже действуют в ряде регионов, предложили свою интерпретацию с поправкой на ивановское законодательство, на законодательство Ивановской области, вот, и вносим на рассмотрение в Ивановскую областную думу данный законопроект. В случае положительного заключения прокуратуры, Минюста, правового управления и губернатора законопроект поступит на рассмотрение депутатам облдумы.